короче, тут, ну тут надо пацаны, его попробуй найти. Слетай. Смотрите, что? Вон гольф-клуб. Гольф-клуб? Вон он. За оградой, видите, забор такой. И вон еще строится даже. Еще один. А что ж ничего не видно? Боже, какая дымка утренняя. Обалдеть. Вот возьми метров 300. Поднимись и держи горизонт. 300. Набери. 300 было на нижней и горизонт держи. Да. Что? Там ага, сейчас. Вот 300 набери и держи. Примерно на Копывал и Мотыжин туда. Понял. Я далеко не буду. Что? А как регулируется, куда лететь? Вот, допустим, а вот смотрите, мы куда сейчас летим? Ну, куда по направлению? Ну вон, вот так прямо, да, летит? А внизу облака куда летят? Вот. Если я спущусь, я полечу туда. Я поднимусь, я лечу туда. Ну сегодня такая погода, она каждый день то есть другая. Это направление ветра, да? Да, мы ловим нужные ветра, куда нам надо. Я захочу на то поле, я сейчас снижусь, спущусь вы, и туда. До того, как подняться, вы определяете, куда летит. Да, ветер, примерно да? Да, да. И потом выбираем точку старта и уже примерно знаем, куда летим. Поэтому я могу спустить там, куда я уже выберу. Вот. Потоки ловить надо. Вот они есть, только их надо споймать то, что нам надо. Видите, вон облака, они нам подсказывают куда. Видите, они левее идут. Это подсказка ему. А без него можешь на глаза? Вон, смотрите, косули бегут. Где? По полю. Да. Две штучки. Здесь там. Где-то они уже... Толик, до конца выжимай и бросай. То есть, ну, не вот это чуть-чуть не надо делать. Спускайся, наверное, тоже. Да. Спускайся и лови левее. Угу. Давай на метров 150. А где мы будем садиться? Там же, где взлетали? Нет. Мы вот так вот не закажем ветер назад. Да? А как? Туда, там, в полях. А машина за нами приедет. Вон, косуля еще бегает. Не вижу. Вон, зеленая начинается от желтого. Вот, прыгаю. Вот. А, да, боже, она такая маленькая. Ну это ее не снимешь, это нереально. Видите,
смотрите, этот тоже спустился уже по, как за нами, да? А тот еще туда летит. А, вот так вот. А мы сейчас спускаемся, да? Не, мы не спускаемся, мы на одном, на горизонте летим. Не, ну мы спустились сейчас ниже, да? Мы же были выше, насколько? Да, да, да. А что мы спускаемся? Потоки ловим. А, потоки ловим? Конечно. Я же знаю, куда я лечу. Я лечу на хорошее поле, где хорошо сесть. Да? Да. Вот, это такое ощущение, что смотри, как они низко опустились. И что да. это значит? Ничего, просто балуется. А-а-а. Мы так низко потом будем, при посадке. Сейчас не хочу. Сейчас он молодой, пилот учится, да? поэтому не хочу я. Я бы побаловался, но ему пока не даю. Понятно. Нет, это нам сверху так кажется. На самом деле ему до земли еще 50 метров. Это обман зрения, мы сверху смотрим на него. Да, конечно, восход солнца обалдеть. Тень от шара. Что-то оно так это... Это клапан я дерну. Движуха нормально. Началась. Давай, грей. Можем на том поле. Короче, пьяный тракторист, да? Да, ну ты спускайся сначала, а там будем видеть. Точно пьяный тракторист? Живые, слава богу. А, да, ой, это точно. Значит, наша куля называлась Київ. Так. Да, ну когда шары садятся, это просто катастрофа. Вот если бы нас кто-то заснял, как мы падали, как мы ложились нежно на эту травку по колено в росе. Мы красивее. Мы красиво ложились? На связи. Почему-то девочки на мальчиков, да? Но это вообще... Если бы нас еще кто предупредил, что мы будем не садиться, а ложиться, это было бы вообще супер. Ну, сказали, все с сюрпризами, да? Так, ну что, сели, легли, или как это правильно назвать? Счастливые и довольные. Ура пилоту! Да, браво, браво пилоту, браво. Да, браво. Аплодисменты. Алло. Обычно при приземлении хлопают, но тут... Все трое сели, все хорошо. Мы уже лягли. Нечем было хлопать. Такие два брата, Жозеф и дед Мордельфьер. Два они как-то, один он следовал бумажную фабрику Тацани, а другой был ученый. Как-то вечером сидели они у камина, проходила мимо ихняя горничная. Естественно, теплый воздух под камина поднял ее юбку. Ну, они решили, что ж не полетать. Нормально бы пацаны занялись бы горничной, а эти решили полетать. Но так как они были бумажными магнатами, они склеили оболочку с бумаги и шелка. И осталось. Ну, эти слухи дошли до Людовика XIV. Здесь там была пошита оболочка, практически похожа на вот эту. Вышита золотом, растянута на палках, которые, естественно, тоже подцепили жаровню. Корзину с площади Версаль, она взлетела, пролетела. Вот они приземлились. С этого момента можно начинать как аэровоздухоплавание, даже вообще авиации как таковой. С этого момента люди начинают летать, что воздух имеет право люди подниматься только дворянского сословия. Людовик XVI, вот 14-й, выдает такую указ, что каждый пилот, прокативший пассажира, давал им дворянский титул. И, естественно, дворянский титул должен чем-то подкрепляться, земли, над которыми они летали. Ну вот, летали, земель во Франции не хватает. Людовик XVI не будет отказываться от своего указа первого. Он издает подпункт своему указу, что право собственности на эти земли наступает свыше 1 метра на поверхности земли. Вот это все, что вы пролетели, оно ваше. Ну, с одним условием, выше 1 метра на поверхности земли, вот это ваше. До сих пор, этот указ до сих пор действительно находится в музее в Альбукерке, его никто не отменял.
чтобы обряд посвящения был закончен в полном объеме, надо частичку себя дать пяти стихиям. Это земля, с помощью которой мы отправились, приняла, воздух, которым мы дышим, огонь, вода. Вода, если для дворян, это шампанское, частичка вас, это будут волосы. Ну что, сначала с обряда начнем, или с грамот? Ну давай, будем отрезать. Да, становитесь, как можно прикрыть. А мы даже сюда на колени становимся, да? Конечно. Два, как хотите, мой или как кому удобно. А, чудо, стоял. О, хорошо, Алина, хорошо. А можно я шапку снимать не буду? Можно, косичка есть. Шапка красиво выгорит. Самое страшное было не так. Вот она сейчас начнет. Сейчас, стоп. Хорошо. О, говорит, я, ну, наверное, сегодня стану маркизом. Проходите, какое там место нет. Давай, да, что надо? Или туда, пойди. Я Мармелюк Анатолий. Теперь, пожалуйста, на горку, а потом шаг. О, хорошо, пошли. Анжелинка, завершила полет в корзине теплового арбуза. Я в сегодняшнем полете 4.03.14. Игорь Рассетов, вы слышим полет в корзине теплового арбуза. Подошло глубокое восхищение на основании вышеизложенного. Она нарекается почетным знанием. С присвоением Брянского титула граф Игорь Макаровский, небо покоривший, собак, все только распугавший. Маркиза неба, Аврон Щетов. Мужественно поставка. Супер, я теперь а он не фоткает. Роман, как ни странно, та же высота, то же время. Нет, случайно. Тоже нарекается почетным званием воздухоплавателя с присвоением дворянского титула. Граф Роман Аплатов, разведка в небе, встречавший поля и леса покоривший. А что ж, Маргарита Пашкова? Ювелирная работа, Толя. Так. Мальчишки, смотрите мне там. Ювелирная работа. Определяйтесь. Теперь нам, девчонок. Нам вставать? Не, вас полиция тоже будет. Толик, Милочка, давай. Не, вы как вы закупаете? Первый готов с горла, а потом стаканчики всякие. Три мушкетера читала, Люда? Ты помнишь, как они пили? Есть. Тут смотрите, заросли. И уже помыли, да? Да, мне еще, я жду. Я хотела бы за мужчин выпить. Это действительно самый настоящий мужской вид спорта. И главное, очень красивый. Главное, пилот у нас